приветствовать всех вас здесь, в этом прекрасном зале, на нашем празднике. Хочу немножко обратиться к каждому, кто пришел вместе с нами разделить эту прекрасную дату, дату рождения общины Бетель. Добрый вечер, паны та панове, хлопчики та дівчата, любі друзі, діти. Женечка, мне кажется, ты сильно увлеклась. Не проще ли сказать? Від щирого серця я вам бажаю всього доброго, світлого та багато-багато. Женя, дорогая, но ведь это все можно сказать одним словом. Шалом. Шалом, мой друг, шалом. Пусть по разным дорогам идем. Шалом, мой друг, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, мой друг, шалом. Шалом, шалом. Мы же встретились, значит, живем. Шалом, шалом. Якась книга. А ні, це не просто книга, це Біблія. Лічівську – це не просто носій традицій єврейських і культури. Це осередок благочинності і любові. Так склалося, що ми товаришуємо вже біля 5 років. І сьогодні я хочу вам усім подякувати за те, що ви, як віруючі люди, багато чого робите, за те, що ви своїми вчинками показуєте, як треба жити і як треба робити добрі вчинки. Да благословить тебя Господь і сохранить тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим і помилует тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя і даст тебе свой шалом, свой мир. Яхвеха Адонай ваишмаха. Яхвеха Адонай панавелеха вихунеха. Иса Адонай, панавелеха, восем леха, шалом. Шма Исраэль, Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад. Барух Шем, Квод Малхуто. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת, השמחה גוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה. אביסוסים, אביסורים, הרוי קודש, סוף צילי גן, אביגזים, אקנן גליח לחזיים. За 10 лет много уже мы сделали и много хотелось бы сделать. Много мы приобрели
и много мы потеряли. Для меня это время, время успеха и переживаний. Видеть, когда дети подрастают, становятся уже взрослыми, когда мы видим свадьбы и похороны. Время, как оно бежит быстро. Обращаюсь к тем, кто, может быть, пришли сюда случайно. А может быть, вы уже давно нас знаете. Если вы хотите с нами поближе познакомиться, мы будем очень вам рады. Познакомиться и подружиться. Мы приглашаем вас к нам, в наш Бетель, в дом, где есть семья, где у нас, как у всех, есть много радостей и переживаний. И если вы когда-нибудь захотите узнать, кто мы, для чего мы существуем здесь, в этом городе, я приглашаю вас каждую субботу в 16:00 по улице Транспортная, 3. Мы будем вам очень рады. Пожалуйста, приходите к нам. Давайте будем дружить, давайте будем менять этот город, давайте будем растить вместе наших детей, делать праздники друг для друга и для этого города, чтобы нас знали, чтобы нас видели, нас узнавали и сказали: это дом Божий. Добро пожаловать к нам.